тварь. Вон туда смотришь, где дома. Второй дом справа. Там на ключи. Еще один. Так, и я правильно иду? Куда? По той дороге и второй дом справа. Что, он сейчас побежал? Это он. Да. Второй дом, кстати, не думаю, где. Он через окно прыгает, который в траве. Где тоже можно. Через окно, чтобы он вернулся, сломал. Его можно по этому дому бесконечно водить. Что? Зачем? Это был нож. А, ужасно. Ладно, стой. Я хотел под оправа направить. Вон, да, под оправа. Вон, отдохни немного, иди в окно. Я не знаю, что он там говорит, я не слышу. А, да, нож едет. Он тебя рубить будет, он знает, что у тебя нож. Куда? Не, ну она стоит. Мы туда! Под дверью. И прям вот эти хлопушки себя лечишь. А у меня... А, да, кстати. Нормально. Ты перестань минировать. Что, он по приколу взял, попался? Подержи еще, пока он не сделает так, чтобы ты это мешало медленно, ну, в смысле, медленно ползла. Отлично. Так, хочу вылечиваться, и абсолютно то же самое. Да нет, в смысле, у меня она теперь еще на полтора может выдержать, прежде чем он войдет в состояние, когда он будет бегать медленно. У меня хилка, да, есть, вон в вот этом поломан. Вот это. Но там окна сзади нет. Сейчас еще три атаки выживет. Беги за аптечкой в тот дом. Беги за аптечку, у тебя, а, наш этап. Ну, поздно. Поломанный дом был один. Вот, здесь только окошко. А сама через окно вот это вот прыгает, да. А то я думал, ты не увидишь, я его один раз не увидел. Решил сражаться. Было всего два. В этом, в туалете здесь. Там аптечка точно есть. Нет, аптечки я забрали уже. Я там сам проверял. Прости, пощадь. Она возвращается в правый дом. Вон дом там, откуда он идет, туда можно прийти. Туда, который следующий поломанный, там хилка. Больше. Стойкость
у тебя первый этих? У меня всего один, но он на 40%.